Как идем? Да так. Враж. Прямо идем. Уже все готовы. Пойдем прямо. Это, конечно, напрасно. Ну ладно. Идемте с севера. КВ у нас стандартное? Или у нас все нет? Да, стандартное. А что тут? Кто готов поменять ПКМ вообще? Бесплатно даю. Дайте что-нибудь взамен. Хороший. Вот. 133 частота? Да. Может, и напишем? Смотри, какой ПКМ офиген. Для кого? Ну, на карте, чтобы другие знали. Напишите, ну, короче, сейчас не двигаться. Слышно меня? Кому там? Ну, ПКМ, рестарт, рестарт, краб. Смотри, какой ПКМ у меня, бери. Ты видишь, у него голова блестит. Какой ему ПКМ? Отсвечивай. Покажи свой ПКМ. Можно поменять? Вам доверюсь, я хочу его взять. Бери ПКМ, крав. Канал какой он? Смотри, какой он. Этот, этот. Давай, давай. Этот. Эксар, пони. Дай мне ПКМ. Смотри, ладно. Благодарю. Цветные люди. Давайте левее от дыма. Пусть прям в него не надо. Окей. Прямо сейчас давайте. Левее? Прямо сейчас левее. Левее 15. Кто противник ваш? 80-го года в Панамах чуваки. Ну и здесь другая сторона тоже противник. Еще что не попало. Короче, видите чуваку в цветных футболках? Это свои, все остальное враг. Вы не заблудитесь, главное. Там уже он что-то бегает от дыма на сок. В гору идет мясо. Обед. Ну что, подкрепи? Я так понимаю, зеленый на другой стороне от триггерства. А завтра на другой стороне. Маленькая стеночка на стенах. Да, Дима, можно? Триггер. Один в хате за вертолетиком. А какая была? Задача-то... Мясо. Ямка противника. Ранен. Тём. А зелёный кто? Напа? Ну, сопротивление, ё-моё, местное сопротивление. Одна из банд, мы другая банда. Нет, я имею в виду, выглядит они как... Ну, да. Не в футболках, короче. У нас все просто, вот у них там уже сложнее. Да, вот, повезло тем, кто у нас оранжевый. Да-да-да. А в вертолете убили чувака? Сейчас по этому дому лупу, там пройти.
гора, блядь, во что гора? Грифон убит, а я убил его убить. Последний выстрел. Их уже входит, вторая команда. Ага, спускается сверху вниз. Фига себе, стрельнул. Еще живые остались? Yeah. На южном склоне там какой-то бешеный бегает. И по-моему не один. Что там, кто говорил? Да я достреливал вертолетчик. Еще бережит по склону, ё-моё. Кто ко мне идет? Футболка. Кто пришел? 180 на склоне, там чуваки. 170. Направо, бежит, бежит справа. Нас с тыла обходить будет сейчас. Передо мной прям были чуваки. Одного там убил. Передо мной двое было. Меня расстреливали. Все, я понял. Сзади, тебя сзади расстреляли. Да не сзади, блин, а спереди. Я на них вышел прям. Один лежит труп впереди. Оба были сзади. Я его убил. Да. Один был сзади. Возможно, кто-то впереди еще тогда остался. Пойду в город. Давай. Снял одну. Пришли они с востока. Оплутай того, кого ты убил, но он выше тех по склону лежит. Да я понял. Ай-яй. По мне кто-то стрелял. Рядом. Ну я ушел. Грифон, это от тебя где? Южнее. С того края. А, вижу контакт, вижу контакт. Дым подбегает. Нахуй. Прямо к дыму подошел. Okay.
спрашивал, пулемет наш, блять, или нет. И все. Убил из вертолета. Красавчик. На юге, на горке бегает. Из дома, калаш, лежом по тебе. Телефон снять. Понял. Вижу на горке пацана тоже, блин. Короче, один враг в доме. В домике. Стреляет из АК-74. И один. Вертолет один, брат, вертолет. Очнулся. Забил его сейчас. Нет, не добил, он скрылся за вертолет. Бегут на 160 далеко. Пулемет ворот. Добил, вертолет добил. На 160 от вертолета на 140 примерно. Да-да-да, там на вершине горы бегает, надо его контролить и убивать. Да, но он далеко очень. Кто заходит из нашего домика? Я. Yeah. Окей, контроль у себя, я тоже захожу. Тут никого нет вроде. Понял, значит он где-то рядом дальше. Понял. Какая задача в миссии, может быть сейчас выполним? Убить две стороны как минимум. А, то есть ничего разведывать не надо, сэр. Ничего не надо. Какой мы сэр, а? Кто вот из вертолета? Кто вот из вертолета? Бонзе. Не ответили только что? Я подходил. Сейчас проверим вертолет. Живой есть? Да. Краб все? Краб понял. Синих не осталось больше? Да я вот хожу здесь, проверяю трупы. Ну, по крайней мере, больше никто не отвечает. Масленок. Аж, да хватит уже, ёпта, блядь. Все, все, сдавайся, блядь. Это видели? А это что произошло? А то же самое. Рикошет. А вы с моего убил. Конечно. Эффект бабочки, Паша. Все победа. Да. Чем не рубится вообще? Да слишком тяжело. Паша, слышишь, ты забыл сделать зависимых и синих это, ну... Френды, да. Unfriend. Да, я забыл, да. Задача для всех. Чтобы не было подумать. Надо, слышишь, засунь документы синим, типа, а им надо это...
ну, залутать синих и унести документы, что-нибудь такое. Mm. Их с вертушки разбить. Ладно, все, рубим. Там, можно... скорее всего, условия окончания косяк есть. Там на этом пулемете, ну, больше, чем на подводной лодке. Триггер отработал правильно, но там проверка неправильная, значит.